Меня зовут Лусинок Евгений, я директор сети Викинг Туристик. Мы сейчас находимся с вами в регионе Кемер, будем осматривать отель Гранд Рин. Он находится на второй береговой линии, территория небольшая. Вот он корпус. Ресепшн находится выше, на последнем этаже. Мы его инспектировали раньше, этот отель. Есть несколько горок, две детский клуб. Ресепшн находится на втором этаже. Шли 14-19. Какой тип номера? Ларч. Давайте внизу. Внизу? Угу. Есть тапочки, распортный диван, внизу. Большая тебе. Давайте, так удобнее. Душ. Я думаю. Что это за номер? Ларч. Вот у нас вся территория. Море. А, то есть не до пурика? Да, вот оттуда. Правильно. Вот вот? Да, вот так. Или вот так вот? Нет, так нельзя. Вот так, в середину он получается. Не, ну а если вот так именно, то должен пройти. Главный ресторан. Тип номера стандарт. Покрытие здесь ламинат. Две кровати. Телевизор. Балкон с видом на территорию соседнего отеля. Балкон средних размеров. Два стула, столик. С видом на дорогу, горы и боковым видом на море. Ванная комната, зеркало дополнительное, фен, ванна и душ. Балкон типа номера Large, большой, с видом на соседний отель, дорогу, территорию отеля и море. Волейбольная площадка у них находится прямо возле отеля, на территории отеля. Гюзлеме. Это туннель, который ведет на пляж. Там играет музыка, нам сказали. Волейбольная площадка. И вот тут еще детская игровая площадка. Посмотрим ее быстро. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лусинок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.